Здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители. Меня зовут Ольга Арепьева, и мы с нашей группой «Ковчег» создали новый проект «Кабаре Ковчег». И сейчас записываем диск его лучших хитов. «Черный юмор», «Шутки ниже пояса и ниже плинтуса», «История людей», «Нелегкой судьбы» и многое, о чем вы стеснялись спросить. Мы просим вас поддержать эту запись, и мы приготовили для вас много интересных лотов. И прежде всего сам альбом. Презентация состоится 18 марта в Центральном доме художников в Москве. До встречи!